Всем доброе утро! Я готовлю завтрак. Гренки жарятся, уже нужно их выключать. Мне тут такой вид, хоть в камеру посмотрю, какая я просыпаюсь. У меня греночки жарятся. Сейчас уже всех буду доставать. Кто тут бежит? Завтракать сейчас будем. Вот мед с сыром очень вкусно. Красная рыбка вареная в ухе, которая была, подогрела одну ножку утиную, яйца, что это, помидорки, и гренки, и оладушки. Да? А куда он завтра идет? Афонь, что это за слова? Ну так и просто скажи, что это такое? Пойди на себя посмотри в зеркало. Так, ну что, самое главное сделала, постели заправила, стирку заложила. Сейчас буду готовить обед и ужин. Надеюсь, что вот несколько блюд приготовлю, еще на завтра останется еда. Я разделала тут большущую утку. Хребет у меня, значит, варится на бульончик. Буду супчик с клёцками делать. Здесь у меня мясо, такой вот ножки, крылышки. Это для пловика. А вот из этого сейчас хочу сделать из грудки фарш и сделать что-то типа ленивых голубцов. В общем, рис, капуста, фарш будет, в духовке запеку. Вот такие вот, получается, клёцки я покупала. Очень вполне себе мне нравится для супчика. И достала еще пакетик рисика. Сейчас его сварю, будет для этих вот ленивых голубцов. Здесь у меня мясо на плов. Сейчас осталось морковку натереть. Здесь у меня бульон, который я буду процеживать, поэтому шум не снимаю. Здесь рис для ленивых голубцов. Так что сейчас приступаем к тому, чтобы начистить морковку. У меня тут, как всегда, две миски. Одна вот, где сами овощи. А сюда я складываю отходы. И все, потом эту дети выносят. Так что начинаем. У меня тут маленький беспорядок. Бульон сварился. А здесь у меня стоит на тушении. Ну вот сейчас еще 15 минут потушится. Я выключу здесь мясо. Ну, поджарка, да, с водой. Будем добавлять сюда рис. Будет плов. Здесь еще натерла морковку на мясорубке. Здесь есть специальная насадка. Вот я ее помыла для того, чтобы натирать, да, вот такая вот она. Вот, в общем, натерла морковку. Сейчас что делаю? Сейчас сделала фарш. Сюда уже добавила фарш из утиной, получается, грудки, половину луковицы, немножечко, как это, капусты, рис. Сейчас еще немножечко морковки сюда добавлю. Все перемешаю, выложу первым, ну, соль, перец, соответственно, чесночок. И выложу первым слоем в форму для запекания. И вторым слоем сделаю поджарку с томатом. Залью все это и поставлю в духовку. Будет такая а-ля запеканка, ленивые голубцы. Вот он готов, первый слой. Осталось сделать поджарку, то есть морковку, лук пережарить с томатной пастой и с томатом. Можно еще со сметанкой сверху все это залить и в духовку минут на 40, наверное. Ну, сейчас будем смотреть по ходу. В общем, будет вот такая маленькая формочка. Готовлю подливку. Решила сделать со сметаной. Здесь томат, томатная паста, сметана, морковка и лучок. Сейчас осталось немного сахара добавить, немного соли. И можно будет сейчас хорошо покипеть, заливать уже вот этот вот ленивый голубец. Гриша посмотрел, говорит, да уж, что-то он очень ленивый. Вот, и останется мне только процедить бульон и сделать суп с клёцками. Причем уже морковка есть, лучок, немного болгарского перца, картошечки, и сварю супчик. Вот, так что красота тут у меня. Мы будем обедать. Гришка на рыбалке, поэтому будет Афоня кушать. Я и Сержуня. Мы будем уху доедать. Салат я сделала. И все. Давай, давай, сынок, иди, будем кушать.
Папу позовешь? Папа. То папа не слышит маму, да? Ты вилочку сунула, или ты будешь ложкой? Ложкой. Ложкой будешь пловик? А я, у меня уха, поэтому я буду ложкой тоже. Я ее просто убрала. Я сейчас буду варить компот. Так, а папа сейчас будет вымачивать рыбу, которую Гриша наловил, когда позавчера, да? Два дня. Перочка должна с вкусом быть. Сейчас соли целая пачка. Иди помой руки. Зарядка у мамы есть. А у меня нету. В общем, я хозяйка. Компот варится, запеканка готова. Здесь пловик тоже готов. И супчик готов. Ура, надеюсь, дня два не нужно будет готовить кушать. И я буду делать пряники. Ух, малинка как подросла. С тех пор, как папа ее обрезал. Мама тут с папой полив настраивает. Мам, привет. А я хочу листиков нарвать и заодно гляну, что там дети. Да? А где ты взял удочку, ты? Угу. Вот. Это мне папа сделал сегодня. Сегодня? А, нет, позже чего. Ага. Короче, у нас еще один рыбак, бабушка. Тебе какую рыбу? Семгу? Или ментая ловить? Там у нас и лиски, ее нет. Нету? А мы с бабушкой думали семгу сейчас. Может и будет она. Может и будет, бабушка, Афоня найдет. Если большая рыба? Рыба. Рыба. Если она будет большая. Ша-я. Короче, ничего нормально сказать нельзя, да, сынок? Тебя перебивают. Пока так? Ой, что-то у нас тучки зашли, ты заметил? Да, уже гремело. Гремело даже? Да, когда ты еще была дома. Есть там маленькая есть. Так а там кто? Ты, Гриша и Антон? Да? Сразу нет, я пришла листика вообще-то нарвать. Ну, сейчас пойду огурцы закатывать. Ну, мне нужно листики вишенки вот здесь вот нарвать. Дети, давайте тогда заходить уже. Мам, мы только пекли. Да? Афоня, у тебя там крючок. Что, куда ты собрался идти? Афонечка, а ты, может, на эту сторону, нет? А вот тут? Там яма. И что, там нет рыбы? Нет, ну там есть, но еще ничего нет. Это прикольная рыбка, такая плавок. Гриша, значит, на Афоне нанизу, там не нет. Так потому что ты умеешь. Ну давай я тебе нанижу. Я не...
Одень майку, иначе она может ветром сейчас ее снести. А почему? Ну я тебе имею в виду, сейчас у тебя может ее снести ветром. Мам, не бойся, тебя не снесет. Да? Да. Мам, иди, что тебе надо. Афоня, а ты что тут сам, что ли? Я так тебя не оставлю. Мам, так что я сам с братьями. И что, что ты с братьями? И что? У тебя братья такие, бывают такие прибытки. Эй, ну что за слова? Душа, я тебе не буду нанизывать. Гриша, давайте тогда я тут буду сидеть, сейчас еще папу позову, будем все вместе. А папа что, приехал? Угу. Уже? Да. Можно я занесу? Стань. А, наверное, там, в боку. Гриша, значит, там не нанизу, там нет. Потому что ты знаешь, как. Вот так. Мам! У нее все на низу. Нет. Так. Афон, тебе помочь? Давай я тебе помогу. Сюда, на меня направляй. Сейчас. Вот это мой брат. Да? Не в особый случай. А, ну тогда поднимай, Афон. Вот именно. Нет, ты удочку так не опускай, зачем так? Вот так, да, держи. О, там что-то. Что? Душа, я тебя каждый раз увижу. Давай я одну рыбку подсыплю на крючок, и типа ты смотришь. А что, так нельзя? Ну давай. Давай? Угу. Мы там один раз уже поймали такую хорошую крючок. Да? Гриша, она... Лови, лови, сынок. Я тебе что сказал? Берёшь? Ну ты ж пошли со мной, а? Антош, ну возьми червя и прицепи его туда. Что, ты не можешь? Это не путь, Антош. Фоня встал поплавок, да? Это ты сделал? Ну, я ему сказал. Ты смотришь вообще на поплавок? У него пустой вообще уже крючок. На в чем боль рыбалки? Ты бросаешь, вроде не слышал от боков, подклевываешь, а потом достаешь и орешь, потому что я вот так. А, ты так сказала, как будто не попадаешь. Так не, глянь, как она держится, глянь как. Давай. Мама, ты бы видела, как она за мостик держала? Ой. Мильнула. Кажется, я все наготовила. Буду закатывать огурчики.
Огурцы намыла, банки. Чесночок сейчас помою. Помою листики. Черной смородины нет. Шпарыш тоже какой-то не очень. Поэтому у меня листья вишни, хрен. И сейчас еще сушеные зонтики укропа буду класть в банки. Поэтому вот начинаем. Может быть, придется еще домыть баночек. 10 под виноградом. Это очень приятно делать. Виноград, вот видите, еще пока никак не спеет. Хотя уже хочется его есть. Потому что сильная жара. Он этого тоже не любит. Вот видите, вянет. Прям нехорошо ему. Так, ну мы ждем. Дети уже подъедают и такой, какой есть. Поэтому он уже вкусный. В общем, начинаю сейчас все домываю и буду укладывать. Дети моют бассейн. Ну, не моют, да? Что они вычерпывают. Ну, решили... Мы еще раз наберем, да, папа его? Это, получается, он у нас месяц был без насоса, да? Просто перекись мы добавили. Получается, месяц, вот, и насос у нас сломался. Так что... Вот эти штуки можно все позакручивать, да, получается? Ну, а ну вот носки, насос где был, да? Мама, вот еще. А, еще денежка, да? В бассейне. Да, 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 в ванне. Вычерпу давай, не болтай. Чуть осталось. Мама, разлагай дисциплину. Папа. У нас здесь исправительные работы. Какие исправительные? Какие исправительные? Хочешь покупаться в хорошем бассейне? Помой его. Горячно. Они бы сейчас сказали, а мы уже не хотим. А, купаться? Ну, когда? Я сюда не наступаю. Точно? Здесь бассейн. Здесь это новый бассейн, папа. Смотри, у нас озеро. Надежда. Мне тут полным ходом идет, в общем, кипяток. Сейчас буду заливать этим кипятком. Огурцы прям вот так вот ставлю их на полотенце и заливаю. И потом накрываю крышками и жду, когда они остынут. Смотрите, огурчики залила все кипятком. На одну банку не хватило вот в этой кастрюле, поэтому я из чайника закипятила воду, долила. И сейчас жду, пока все остынет. Накрыла крышечками. Все остынет до такого теплого состояния, чтобы можно было брать руками. И все, я буду закатывать. То есть солью эту воду, добавлю в нее соль, сахар, уксус. Вот сюда вот еще добавлю перчик горошком. И буду закатывать. А пока мои огурцы настаиваются, я пойду займусь помидорками. Это плохо закрывается. Вот, помидоры. Сегодня буду делать из них томатный сок. Все, томатный сок тоже готов. Соковыжималка, вот такая мулинекс, 3 мисочки было, вот это вот столько отходов. А вот тут как раз 2 миски. Ну давай о фоне. Так, и вот получилась половина 15-литровой кастрюли. Так, сока. Осталось добавить сюда сахар и соль и... Выбросить, и главное сразу помыть соковыжималку. Сейчас сразу все помою. На бороде, режь. Вечерние покатушки. Не знаю, слышите ли вы, но я слышу. Вы на квадлике? Молодцы. На нашу любовь ищу. Жаль, YouTube не разрешает петь. Известные песни. Нет, разрешает петь, но не разрешает, так как я такой певец, который не айс, поэтому тут пляшу просто. Новую волну себе включила, да закатываю уже огурцы. Рецепт сейчас быстренько скажу. На 1 3-литровую банку, то есть на 1,5 литра воды у меня 2 столовые ложки соли, столовая ложка сахара и 50 миллилитров уксуса. Все это кладу в воду, которую слила с банок, кипячу, закипела, залила. Кладу еще в 2-литровой банке 2 таблетки аспирина, в литровую 1 таблетку аспирина. И все отлично стоит.
Вот, огурцы закатываю только по этому рецепту, потому что все остальные рецепты мне не понравились, которые я пробовала первый год, когда мы здесь переехали сюда жить. Я пробовала разные рецепты. Ну вот, прижился только этот, так же, как и помидоры. Делаю только по одному рецепту, потому что самые вкусные все съедаются. Вот, так что вот так вот. Сейчас тут пляшу под новую волну, под песни Крутого. Из «Фабрики звезд» тут много песен, в общем, круто, я прям их все знаю. И сейчас у меня небольшой заказ на пряники. Вот, один замес получается на один белок. Сейчас делаю глазури, солью пряники, напечатаю. Вот, пока они будут в духовке подсыхать, я пойду помоюсь. И потом быстренько на них напечатаю рисуночек. Все, я буду спать. Вот, малыши, все мои карандаши пошли спать уже почти 11. Вот, я сейчас смотрела на Вэлбрисе, вот, платье. Если помните, когда мы выбирали мне платье в Зарине, было за 3500 платье красное в полоску. В общем, когда люди видели, что я его не купила, близкие, родные, они говорили мне, что и возвращайся за ним, покупай его. Вот, и я зашла, оно тогда стоило 3500 рублей, я бы за него отдала эти деньги, потому что мой муж сказал, что нет, оно трикотажное, ему не понравилось, но сейчас оно на Велберисе за 1700, я все-таки его, наверное, закажу. Правда, не помню, какой размер мерила тогда, но вот там... Зайду сейчас на видео, посмотрю, если там говорила размер. Фух, я такая счастливая, потому что мне это платье безумно понравилось.